Друзья, доброе утро, добрый день, добрый вечер, либо с вами, не знаю, доброй ночи. С вами Руви. Мексу. И Андрей. Всем привет. Сегодня падаем на порт. Мы поле одни, да, я так понимаю? Да. Да, мы одни, боже мой. По-моему. Нормально. Не знаю, хорошо это или плохо. Короче, чуваки, сегодня мы делаем реально довольно интересную штуку. Сань, рассказывай, что мы делаем. А перед тем, как вам Саня что-то расскажет, я вам расскажу про букмекерскую контору 1xbet. Это самый надежный букмекер. Если вы интересуетесь ставками, если вы увлекаетесь киберспортом, спортом и так далее, это все для вас. Там самые большие коэффициенты, самые большие выигрыши, и ссылочка есть внизу. А, ну сейчас залутаем порт. Поедем за аирдропчиками. Надеюсь, нам повезет с самолетом. Он будет летать рядом с нами. В идеале нам залутать пару масхалатов белых и будет топчик. Я, ребят, на ютубе реально не видел еще ни одного видео, где... О боже, третий шлем лежит просто так на краю. Супер. Так вот, не видел еще ни одного видео, где кто-либо за одну катку находил два белых масхалата. Неважно, сквад это, неважно, тим это и так далее. Я не видел, правда. Поэтому сегодня попробуем быть первыми. Так, у меня тоже третий шлем, причем я его первый. О. И у меня есть еще один третий шлем. У меня, кстати, опа, сами. Да-да-да. Пацаны, я топ-эмку нашел, прикиньте. Что ты делал? Я не понял, а что это, мы тут подкрутили что-то или как это? У меня 8x, глушак на ДМР, глушак на АР, короче, в одном доме. Серьезно? Ребят, чтобы вы знали, до этого мы сыграли, наверное, катки 4, ну, каток 5, наверное, сыграли. Да, 5 каток. И все 5 каток, за 5 каток, ребят, мой максимальный дроп, это была таполка, без прицела. То есть вот это вот мой максимум. Да. И тут вот так вот сыпет. Приятно, реально приятно, спасибо. Главное, чтобы не останавливалось. Да, главное не на картах. Ребят, кому четырёхкратник лишний? На самом деле, дроп реально очень классный. То есть вот прям в этот раз... Опа. Недалеко стоит. Может быть, пишемся? Ну да, у меня пушки. Блин, там юмпы были, там было много чего. У меня юмп есть, если хочешь, подойди. Так, короче, у меня эмочка, всего лишь 60 пулик, то есть наша цель их убить, потратив очень мало патрон, при этом забрать штуку 200. Ты идёшь туда? Ну, жди тогда меня. Да-да, я просто гляну, где они, и пушить не буду. Я аккуратно. Окей. Давай к нам тоже, Андрюх. Да, Андрюх, давай. Дроп полетел, первый. Ну, первый, короче, я думаю, можно просрать, потому что, ну, блин, мы не заняем. Да. Было бы неплохо вчистую их забрать. Так, одеваю зум. Не понимаю. Ну, пойди в домах стреляться. Прямо тут засели в домиках стреляются. Угу. Неприятный геймплей. Ну да, да ладно. Теперь их надо будет найти. Еще нужно, чтобы они вышли, да, и мы при этом не спалились. Не вижу ничего. Так. У меня юмпик и винчестер. Понял. Кому зум? Кому четырёхкратник? Не, не, да, скинул, вот скинул. Вот он, выбежал. Вижу. Он забежал. Забей, не пикай. Дай пятерок и 4х, мне 0 пятерок. Хотя бы 10 там. Держи 20. Вон 4. У меня осталось 40. А четверка где? Я давал Сане. А где четырёхкратник? Под деревом, вон справа. Ребят, дал пинг на домик, в котором он, на втором этаже. Дальше еще телек бегает далеко. Okay. А этот тебя видит? Не знаю, по идее нет. Ну, он может видеть, но вряд ли видит. Угу. Я понял. Так, я жду, как он выйдет с дома, и мы просто зажмем его на переходе. Потому что пушить дом, блин, когда он там сидит. Да, да, да. Вышел. Пацаны, лох хп. Он выжил? Че? Да, по нему. Слева, да. Слева работает. Еще вправо. Минус. 10 пулей, пацаны. Сейчас я заберу патроны. Бегу. Дал. Перезаряжайся. Еще два челика справа у нас. А где он? Вот прям здесь за коробками. Понял. Перезаряжай дробаш. Так, я хилю. Хорош. Еще один. Добил. Найс. О, издалека стреляю. Да, и в доме в этом есть. Понял. Бро, добиваем. Так-то я дым кинул. Вырубил. Добил. Сдалека работает, да. Блин, давайте возьмем домик, потому что, мне кажется, тут может закрыться прям по жести, это будет неприятно. Так, и какой берем? Ну, давай, допустим, этот. Давай. Нормально. Хорошо, да-да-да.
Так, я, пожалуй, возьму... Не знаю, ладно, пусть будет дробаш. Дробаш — нормальная тема. Или... Не, я возьму винчестер. Так, винчестер. Так, скину патроны. Блин, ну, начало... Мы неплохо размотали, правда. Неплохо вообще в нулина фактически. Так, ну здесь... Ой, вот. 24. Боже мой, откуда... Скажи, откуда они это находят? Мне просто интересно. Смотри, дырка в стене, видишь, вот? Где? Вот-вот. Вот она, значит, вижу. Стрелял где-то на 30. Где-то, да-да-да, там под забором, наверное. Вижу их хлебало. Где? Будь тут, а мы... Нанизу. Он за домом. Немножко скину, да-да. И один в доме жил. Понял. Я подо мной скинул 24. Ой, да. Он на второй этаж, по-моему, пошел. 25 скинул. Угу. Капец, конечно, дроп вообще печальный. С винчестера попытаюсь. Угу, давай. Беру зум, он был за забором, нужно как-то его... прочекать. А дай мне. Он дал пинг. В дом? Точно? Да. Ну он ушел из-за забора, но я стою. Стреляет. Я понял. Угу. Так, там по идее типа 2, да? Вот этого не знаю. Нам обзвонило, как бы. Слушайте, а как вам идея реально забить на них хер? Потому что они будут сидеть очень-очень долго, я в этом уверен. И смысла вообще никакого. Нам с этого. Была вроде бы где-то точила. Точила была, вопрос где? Кто-то едет. Самолет, наверное, или ездит? Не, там на этом. Понял. Давайте искать тачку, ребят. У меня само две аптеки, один болич. Давай отходим. Вот тачка есть слева на дороге. Возьмете? Да, давай. Просто у меня вообще ничего нет. Постараюсь взять. Сейчас прозумлю. А, у меня есть машина. Давайте на двух поедем, я заберу это, а вы заберете там. А, ну у меня тачка далеко. Ну, я добегу. Фух, так, что-то сильно напряжено, друзья. Минуточка ненапряженности, друзья. Если вам не в лень, реально огромная просьба каждого из вас поддержать ролик лайком, будет очень-очень приятно. Если вы наберете на этом ролике 3к лукасов, то это будет просто круто, друзья, поэтому прожимайте лайки. Да, поддержите лайкосами, ребята, а то серьезно... Мы посеем каждый день, реально, ребят, играем каждый день, видосы выходят каждый день, хотим делать для вас стабильный контент, вроде получается, если вы будете поддерживать, будет просто шикарно, правда? Да. Так, беру снегоход. А может возьмем прям 3 машины? Типа снегоход, дача и дача. Давай, я тогда до дачи не доведу. Я на снегоходе пойду. А может тебе тачку дать, то снегоход, что-то опасно? Да, нормально. Капец. Давай. У нас, конечно... Банда. Пойдем прямо через гору. За руби, гони. Боже мой, я помню этот кемп. Мы тут с Тёмой таких хрензелей разваливали. Вижу. Токийский дрифт, ёпта. А, пожалуйста, хотя бы штук еще 30 пятерок, потому что ну 79 это маловато, реально. У меня 30 на 7, да. Да, нужно идти. А, коктейль смог. Короче, возьму микро-УЗИ вместо винчестера. Да, давай. Потому что я чувствую, что мне это дело пригодится. ВСС кому? Откажусь, к сожалению. Я коряк нашел. У меня коряк, X8. Ой-ой-ой, дядя. Неплохо. Тут шлемак второй. У нас третий. У нас третий всех. Да-да. Я, кстати, уже сменял свой шлемак. Второй, потом смотрю, блин, у меня же третий. Так, берил 30 семерок. Боже, на этой карте реально семерки, пятерки, такая редкость, я в шоке. Так, вертикалку скину. Ребят, кому вертикалка? Да, пешком. Мне не надо. Да, пешком было бы нормально. Да-да-да, погнали. По 4х еще. Мне кажется, уже главный момент, уже, наверное, даже не дропа, просто выжить. Просто, да. Черт из него выжить. Коряк на этой карте, вот это редкость. Да. Четырёхкратник нужен кому? Нет. Окей. Работают ребята? Стрелят. По вам? Не-не. Угу, понял. Я, походу, ну, их видел. Ну, кстати, подожди, смотри, это край зоны. Вижу. Это край зоны, да. Это можно сделать красиво. Подожмем? Погнали, конечно. Да. А там вот еще другие, ну ладно. Ничего, пока справимся. Пока идем. Да-да, они пойти за холмиком, из-за этого мы их не видим. Не, если не ошибаюсь, вот этот камень чуть ниже я видел. Да-да, они прям там. Блин, что-то, знаешь, страхово очень. Ну, я думаю, мы сможем, разберем.
Да, Руби, не беги, жди. Да, бегу левее. Так, вы правы, либо окей, давай с двух сторон попробуем разобрать. Да, можно, кстати. Не-не, Хай, где, кстати? Не, ну я далеко, я не сближаюсь, я не сближаюсь. Чисто на прицеле. Они, скорее всего, вот в кемпах были. Да, я тоже не вижу. Да-да, вижу, в кемпе, да-да. Он спрыгнул, третий шлем у него. Окей. Может, подождем, когда... Ребят, как вам идея? А, да-да-да, я, короче, смещусь в зону. Пока он меня не видит, давай. И уже буду принимать, когда он побежит на меня. Что думаете? Я проверяю, возьму. Все, давай. И мы будем его зажимать. Он вышел с дома, бегает по двору, если что. Пока не вижу. Ты нам просто инфу давай и... Да. Он, вы его должны уже видеть. Да, вижу. Ребята, он перебегает. Пока, пускай бежит. Он меня видит. Вижу, спалил меня. Их двое. Понял. Готовимся? Стрелять можем? Ну, можете. Да. Там трое, еще один на кемпе. Пацаны, это М24. Все. Короче. Сейчас я на окно надо. Пожалуйста, давай, потому что они уже близко. Торопись. А у меня зона живет, ребят. Зря. Хорош. Ну, а они... Нокдал. Один под камень. Пацаны, можете добить, там лоу хп просто под камень заполз. Да, мне аптек нет, надо идти. Килл дали. У меня есть. Боже мой. Пацаны, вы там живете? Да. 2000 дал. 3. Найс. Моего. Нокдаун. Да, аптек, да, аптек. Убил. Всех убил. Всех убил? Да, всех убил. Минус 5. Ух. Нормально. Пацаны, сори, что я немножко плоховато стрелял, можно было лучше, но убил, хорошо. Да все нормально, я просто начал стрелять, чтобы они к тебе не подошли. Да. Типа, если бы ты не начал стрелять, он как раз тупо начал манцевать, я бы его убил с одной пули. Да, они стояли. Ребят, М24 тут, по идее, еще одна должна быть. Дроп. И пятерок просто тонны, супер. Так, я рачу бустым. Да, хорошо. Все, чуваки, наверное, забьем же на дроп, будем отыгрывать, да? Надо брать топ-1. А почему ничего? А, у меня рюкзак первый. Думаю, почему там ничего не лазит? Там шлем, кстати, целый. А, да-да-да, фуллов. Тут еще много этих, короче, много всего вообще. А ты чекал за камнем, который там далеко умер? Нет. Пойду пролтаю. Давай, я с тобой. Да. Мне просто юмбу скинуть и взять ямочку. Ребят, тут коряк. У меня М24. О, подожди, то есть у нас 2 М24 и 2 кара, правильно? Да. Супер. Но так, задник забрал. А, 6-х забрал. Так. Ну все, можно делать грязь. Вот это, пацаны, дроп на долбанном, на долбанной зимней карте. Мы до этого так старали, это дроп. Да, а мне дали полученное достижение, что-то мне третий шлем нарисовал. Хорош. Не, ну катка пушечка, реально. Приятно то, что вот реально мы смогли на Тиму найти просто максимально все нашли. Это прям супер. Так. У меня 100 FPS, что-то не так пошло. Что-то сильно хорошая катка. Странно большой FPS. Угу. Ну просто тащи теперь тогда, чё уж. Слушай, ну 100 FPS это да. Это если не топ-1, то... Забей, дядя. Ты уже, по сути, почти обязан этой игре. Так, у кого есть бинтики? А у меня 14 щек. От тебя скин. Беру. Да, ща возьмем еще. Подожди, это бабочка, боже, чуть я не убил. Или это не бабочка, что это такое? Чуть не убил ее. Это какая-то хрень летающая. Ребят, у меня есть еще 8 аптек. У меня 5 аптек. У меня 14, но я скинул, чтобы патроны взять. Я там даже не брал аптеки, там их настолько много просто. Пацаны вообще нормально там залутать. Да. Ну, неплохо. Не, хорошо, что мы начали стрелять сразу, да, потому что еще чуть-чуть они крови бы зажали, и там было бы плохо, а так они в середине. Понимаете, как получилось, что я начал по нему стрелять немножко, они отвлеклись на меня, вы начали по ним работать, они понимают, что вы их полностью кроете, они отбегают налево, и они все полностью под меня открываются, и я убиваю. Да. Просто всех. Причем я четыре хита дал одному типу, и ты его в следующем тираксе положил. Это было реально сочно. Так, чё, чекаем край зоны, делаем круг, да? Погнали. По мне работает. Кемп, дал пинг.
Так, сейчас ждите. Я не понимаю, где он. Он в окне? Вижу. Ой, боже мой. Да ты понимаешь, мансанул молодой человек. Это вообще жесткий тип рэп. Ну, это аирдроп, да. А они где там сидят? В домике. Пример. Ребят, так, ребят, как вы их закрутить и уйти налево в зону? Пошли не нахрен, реально. Зачем мне нам нужен? Я могу нокнуть там типа шлема. Давай. У нас 38 секунд, нам нужно в зону. Да. Тут есть кем хороший в зоне, накроем. Главное, чтобы он был свободный. Да, он устраивает. Аккуратнее, аккуратнее. Я отошел уже. Давай. Он прям тут упал. О, я уверен, его не могли найти. Я заберу, окей? Где-то. Подожди. Он работает где-то. Да. Я не понял, это что такое? Кому, по Андрею? Это по мне? Он ударил. Кемпиан, 240 на стрим. Окей. Делаю группу, пробую забрать. Второй этаж. Вдруг там белая мохнатка. Та-та-та-та-та-та-та. Игровая зона забирает. Да. Минус 2 просто. Или сколько там? Капец, он так упал под забор. А, его залутали. Падла вонящая. Бегу к вам. А, ребят, вам наверное, ко мне нужно сместиться. А, да, мы к тебе. Пойдем. Дроп залутанный. А. Это неприятный момент. Так, нам нужен какой-то край зоны. 15 человек. Да. Ребят, опять же, сори, что сегодня мало говорить, больше по инфе, потому что нужно быть реально максимально собранным. А ты вдруг подходил? Да, я пролутал. Ну, не пролутал, проверил, там пусто. Не, ну, по сути, у нас же было, типа, залутать дропчик. Ты залутал? Да, все, я так, я понюхал его, как говорится. Да. Блин, нам какой-то бы кем взять, я не знаю, какой. Тут нет кемпов толком. Хотя нет, есть кемпы, но они непонятные какие-то. Чел слева от тебя. От меня? Да. Работать буду? Ну, подожди, я не вижу. Где он? А, блин. Вот. Вижу. Работаем с центром. Давай. О, спасибо за одиночный режим. Вот это мы качественно отработали. Пацаны знатно обосрались. Да. А как вы можете взять вот этот центральный кемп? Центральный, просто пока он там в шоке. Давай. Он, кстати, пока он в шоке, да, надо перебегать. Просто на самом деле мне надо было сразу работать, он очень близко был, я мог его забирать. Мог, наверное. Но я стараюсь. Да, у меня еще одиночный режим, блин, был дебильный, стоял. Не знаю почему. Рискуем. Да мы все сейчас рискуем, бежим просто по полю. Тут есть ребята, походу, есть. А, там дача стоит, она прям, я не знаю, она там спавнится или что это такое? Челики на 60. Понял. Окей. Ребят, помогите прощаться. Одного убил. Хорош. Те, по которым... Ребят, можете крыть, я пока проверю эту территорию. Давай. Чтоб нас не убили с крысы. Она тут спавнится, все шикарно. Спина напнула. Красиво. Дайте примерные аккорды, пожалуйста. Пока не знаю. Я полоску дал. Понял. Это не там. Угу. И у нас наверху тот, который зашел. Угу. Кстати, он за зоной, по-моему. Еще один кемпинок. Хорош. Я не понимаю, где они он. Они где, в кемпе или где-нибудь? Да, в кемпе, прям дальний. Угу. Ну, слушай, на самом деле, у них там еще край зоны. А то я в поле смотрел. Я тоже думал пушат. Так, давайте перейдем поближе. Да, погнали. Блин, как же кемпу не прет. Боже, у них там просто все про... Че такое? Просто все от них отыгрывает и все. У меня работает. Сзади. Это кемпы вонючие. Сейчас они обосрутся. Ты че, они еще пойдут сюда, мы их убьем. Надо. Ребят, как вам идея взять вот эту центральную херню? Че думаете? Пробуй. Беги. Поможет кто-нибудь, пожалуйста? Да, идем. Спасибо. Кем пишу? Да, дал пинг. Нет, проверяю. Андрюха, давай к нам. Иду. Чисто. Если мы сейчас центр закрыли. Я бегу, ушли далеко. Да. Блин, тут можно было как-то залазить. А, да, вроде бы вижу, как сейчас. Сюда вот. Шикарно. Так, тут есть где еще? Да, вот так вот наверх залезешь, все хорошо. Не, я снизу буду. Угу, окей. Так, на скалах где-то на 75 до... Ладно, позиция говно, ухожу. Не, позиция, кажется, хорошая для крысы, но я не хочу крысить. Не, ну... Ой, эльф напугал меня.
Так, сейчас надо аккуратно, у нас такой, да, очень тоже удачная позиция, просто тут могут... Не, позиция, да. Тут окно, на самом деле, идеальное. Да-да-да, окно неплохое. И слева дверь, и сверху... На 25, да, без шлема, типа. Угу. Бежит, типа? Три типа. Угу, понял. Иду помогать. Сейчас все сделаем. Они просто по полю бегут, да? Вижу, масхалачик. Блин, боже, никого не вижу, что такое. Блин, они забежали 240 домик. Они вот на 240 домик. Вижу, далеко. Или не вижу? Дал спину этому. Хорош. Угу. Это эльф предлагает ближе стянуться к домику, чтоб если нас вырубить. Да, это. Так. Как тебе залезть? А, вот сюда, влезешь, все. Идеально. Все, вот эти. Ой, я упал. Тут позиция, в принципе, неплохая, но... Боже мой, как им повезло сейчас. Дал, вырубил. Нормально, где он там? Дал пинг, он за деревом. Я но он раз падает. Второй? Все шикарно. Так, давайте... Ну да, я его нокал. Я покажу, посмотрю. Давай. Ты тоже эту точку смотришь, да? Ползет. Промазал, понял. Добивайте, если можете. Да, бега. Хорошо, 8 живых ребят. Пока никого не вижу. Самое радостное, что мы фулл стаком выжили, просто фулл стаком. Это, если у вас бусты есть, запивайтесь. Зона портнула. Ребята, мохнатка двигается с домиком. Вышло. Дал много. Я спину чекаю. Давай. Да, чекаем мы спину, а ты... Угу. Вверху, и все нормально. Ребят, два челика дал пинг. Бегут? Желтый пинг. О. Вырубил. Нормально. Помогите добить, добить. Не вижу. На пинге. Добил. А второй где? А второй там же. С мусхлатом, который там. Выбежал. Он смокинул. Угу. Я просто инфу по нему даю, потому что человек в эту сторону. Да. Ну ты смотри, блин. Живи. Так, не нокси, не надо. Ты решил его переиграть? Давай, дядь, выходи на что-то. О, боже. Понял. А, пацаны, на самом деле вы повыходили, это печально. На сейчас оттуда добиваюсь. Типа, сам... Угу, да. За камнем стоит. Я в сейве, ребят. Ресните, дайте смог. Кину смог. Тачка едет. Угу. Это смог, да, надеюсь? Да. Вроде бы не ошибся. Тут сразу хилься и это. Я возвращаюсь. Да. Ребят, нам ни в коем случае нельзя уходить. У нас идеальная позиция. Да. Просто берем топозин. Блин, это говно, конечно, тут может убить. А есть буст у вас? Да, есть. Вот, скинул 3. Угу. Это тебе бежит на 75. Где? 75. Понял, иду помогать. Промазал. Я вообще ничего не вижу. За камнем 75. Ты чекай жопу, чекай тех. Понял, какие чекай. Что-то много топотов. Угу. Да, убил одного. Убил человека, который крыл москватника. Это Тём, и чекай что-нибудь другое, я этого... Ребят, по пингущему москват должен выходить. Должен. Сейчас ему кину хая. Да, у мутычка, сам 24. Хорош. Он в зоне, боже мой, серьезно. Где он там, за деревом? Типа? За домиком. Забейте. Да. Убил? Хорош. Да. 3-2. У меня вот за пылесосами. Боже. Москва-то остался. Упаря. Уходи сюда, сюда. Давай. Пацаны, это нельзя давать. Да, давай. На меня забейте, я его не убил. Ой. Короче, он в этом кемпе. Ага. И кемп выходит из зоны. Вам нужно просто принять. Ребят, тащите верю вас. Ждем, да, мы в зоне, ждем. Боже мой, почему я его не убил? Я проверю, чтобы хаешка не залетела.
Желаю удачи. Спасибо. Не, ну да, блин, еще это говно, видишь, в зоне, немножко так вот. Он в домик зашел, да, вроде бы. Пацан, но у него выходит зона, он должен выйти, просто обязан. У него там нет окон, через которые он может выйти, ну, не трогая зону. Да, мы его сможем хаешку потом. Да. Если я покинул, значит, сейчас побежит скорее. Вышел, он за зоной. У него не зона. Не пикай. Нет, у него край зоны. Не пикай, не надо. Давай, ну давай красиво, просто как ты любишь, давай. Неплохо, кстати. Он забежал обратно. Да, он сейчас горит. Нет? Не-не. Да боже мой. Да, сгорел. Пацаны, окончание матча. Окончание качки просто шикарное. Сколько у вас киллов, рассказывайте? 7. 8. 2. 15. 17 киллов на тим, пацаны. Мы почти 20-ку сделали. Это реально довольно много. Плюс мы бегали с таким дропом, с которым просто никто не бегал на этой карте. Если видео вам понравилось, то поддержите его лайком, будет очень-очень приятно. Не забудьте на меня подписаться, не забудьте подписаться на Саню. Ссылка есть в описании, это тоже очень важно. И все. Всем хорошего настроения, удачи и пока-пока.